Итак, ребят, ссылаясь на предыдущий урок, хоть мы назвали закончим писать блок, но нам еще надо написать функции 15, наверное, функции классов штук 15, я так думаю. Опираясь на предыдущий урок, да, нам надо навести порядок, чтобы понимать, над чем мы работаем. Предыдущий и следующий урок, они бесплатные, потому что касаются VS-кода, помогут, они не касаются Django. Сначала посмотрим, то есть, как мы с вами говорили, нам надо будет все писать. Что-то будет связано, допустим, с приложением User, будем отсылать к тому, что это связанные приложения, поэтому что мы сейчас делаем? Сейчас нам надо пометить и набросать все приложения. Мы будем делать следующее. Мы будем писать название функции либо класса и ставить пока пас. Самое важное, чтобы мы видели, над чем работать. То есть, что нам надо писать, что исправлять, что у нас завершено. Все это сделать. Что-то где-то пофиксить и так далее. Вот это давайте мы оформим. Я покажу первые несколько функций, остальное вы скопируете, потому что логику будем разбирать потом. Далее уже, да, сейчас не имеет смысла все разбирать. Единственное, скажу следующий шаг, нам надо будет написать DetailView, а это не так просто, но мы с вами готовы, мы с вами разобрали формы хорошо, то есть нам надо будет в формах написать комментарии, лайки, это уже у нас будет включаться очень много, кроме вьюхи, много, в общем, и комменты, и лайки, и detailView, и listview, то есть запутаться нельзя, да? Дальше мы еще профиль полностью не закончили. Его потом отдельно писать будем, но ведь вьюху мы можем сейчас написать, просто поставить значок, что это связано. А дальше будем, вот надо сохранить, посмотрели, да, вот нам надо сохранить, вот сохранено, то есть и потом разобрались. И пишем функцию. Удобные вещи, и тогда сохранено, в сохраненных должно все это получиться, да, появиться. Вообще эти функции, они сейчас нужны для любых вообще приложений. Это не значит, что только там социальные сети. Нормальный сайт должен примерно включать такие функции, потому что они удобны. Ну, единственное, как красивее оформите. Поэтому, чтобы было правильно. Что мы делаем? Пишем. Можете доставлять комментарий. И потом вплоть отвлекался, поэтому, возможно, повторюсь. То есть взяли, вот это сохранено, да, завершено, комплект. Дальше можно, допустим, прокомментировать, чтобы было понятней. И прямо поставить. Стартовая страница. То
то есть и адрес, да, то есть вам будет понятно. Теперь будет очень удобно, когда мы заходим в ТОДА, мы сразу читаем, то есть это завершено во вьюхе, вот у нас конкретно приложение. Обратите внимание, если нам надо будет что-то отмечать в HTML-файлах или любых других JS-файлах, то мы можем все это делать. Просто поставили комментарий и сделали коммент, да, где-то ссылку на какое-то представление. То есть удобно, чтобы вы соображали, что вы делаете, потому что все это забудется, да, придумали и забыли. Далее пишем, здесь нам надо добавить пагинацию, то есть мы можем указать конкретно пагинаты by, сходить в документацию. С этим у нас должен быть с методами порядок, мы их проходили. Далее, то, что мы собираемся делать, чтобы у нас было под рукой, ищем наш метод. Все как учат Django-разработчики. Все поставили, да, то есть все понятно. Ссылка на документацию, исправить, все поправим. Дальше, вы сейчас скопируете, но я просто принцип уже доскажу до конца. То есть вот work — это то, на чем мы сейчас будем работать. У нас она короткая, она же должна включать detail view и комментарии, и все. Это очень длинный будет класс, да, сам по себе. Или функции напишем, посмотрим. Потом нам надо будет выводить все посты. То есть берем, допустим, класс PostListView, смотрим, что он нам предлагает. List view, пока ставим pass, то есть ничего не делать, и здесь пишем посты всех пользователей, и мы это еще не делали. Почему? Ставим тода, тогда если мы открываем PostListView, посты всех пользователей, нам вполне понятно, то есть писать PostListView, и мы можем тогда соображать. И понятно, если
у нас какой-то момент имеет ссылку, допустим, как в DeterView, я думаю, будет иметь ссылку на профиль юзер. Давай сейчас посмотрим. User following у нас должен, будем когда писать, тоже будет иметь на юзера. Далее. Sender, ну все это будем использовать, да? То мы, допустим, ставим. Можем поставить так, можем конкретно, например, я к примеру сейчас говорю, а мы уже будем делать дальше конкретно. И вполне будет для нас понятно, когда мы открываем App Users, то есть приложение Models и название модели. То есть куда, что ссылается, коротко, понятно и при этом читаемо. Иными словами, часть работы мы сейчас набросаем, чтобы легче было писать, а так у нас будет работа идти постоянно. То есть всегда читаемость. Должна работа заканчиваться тем, что мы будем ставить тот или иной файл, у нас будет завершено. Если мы захотим что-то потом добавить, позже, да, поработать, уже вроде как работает, то можем назвать, опять дописать то-то, то есть в будущем сделать то-то, 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 запланировать. При этом, если захотите, будет удобнее, то можно ввести тег, запланировать. То есть, чтобы вам было понятно, мы запланировали на потом и будем делать что-то новое, да, но сначала надо с этим разобраться. Ну, а с вами школа Валерия Бовсновского, spb-tut.ru. Приходите, учитесь, все получится. Опять вернулся к тому, что работаю в группе, помогаю ребятам в группе, кто активно работает. Разбираемся с Python, с другими языками. В общем, все получится, ребята. Обязательно получится.